Ну так, вот я только по фану, так что ролик просто названием по фану, типа того. Так, сейчас включу другую музыку, а то одна музыка такая вся. Так, у нас есть 4 музыки, не, 5 музык в комплекте, которые там из других игр. Ну, считаю, вот так вот. Слушайте, приятно. Слушайте эти музыки. Тогда принчи ролика, подпишись на канал, поставь лайк, если ты меня первый раз видишь. Не, ну лайк нужно поставить обязательно, чтобы игра стала популярной, тем самым больше игроков, как все там разработчики хотят. Соответственно, нужно им помочь в этом. Так что лайк ставьте. Тем самым я создаю еще другие каналы, ссылка в описании. Там тоже будем пиарить, почему бы нет. Прикольная игрушка, типа твой фанат этой игры. Так, значит, только по фану пособирать их, тихо. Что-то ничего собирать не буду, такого жестко. Большие сундучки, кстати, где? А, кстати, вы хотели бы, чтобы я играл всегда большие сундучки? Именно вот разработчикам. Если с ним связаться, попросить, или там, кстати, хоть приватный сервер, ПЖ, можно у нас послушать, и тем самым даст такой, тем самым сможем что-то сделать. Вы скажете, вау, а классно тут у вас. Ого, я тоже буду снимать. Или типа того. Всякие. Так. Ставил альянсы. Смотрим, что в альянс помочь, что против помочь. Всем хочу. Конечно. Кстати, говорят, что в альянсе участников 56 из 60. Говорят, нужно пересоздать игру. Но если не закончить игру, ну тогда кто будет заканчивать ее? Интересно. Может быть, пора захватывать, пора атаковать, как думаете? Пишите свое мнение, я как-то побаиваюсь сейчас. Может быть, что-то придумать такое? Разведку, потом уже некие атаки. Окей, давай нападем снова. Так, вроде бы 102 тысячи, все-таки уже скучно, ну да. Огромный сервер, нужно уже что-то делать. Так, враги. Так, вроде мы должны заходить в центр, да? Строить кораблики, это реально сложно, что ли? Точнее, строить этот поезд, так скажем, к ракете. Но, друзья, ну тут все максимум. Знаете, сколько это строить нужно? Так капец сколько. Кстати, тут даже вся карта виднеется. Раз писание. Я даже держу карту, точнее, себе такую вот, так скажем, игрушку, да? Корабль. Так, тут мы почти все построили. Не знаю, чего мы ждем, надо прокачать, что ли. Игра очень долгая, что вам скажу. Вот и все. О, давайте прокачаем до 80 подарочков. Так, давай. Да. Здесь мой курс. Одна железная билетик. Подожди, это ну билетики, кстати, не халтурю, а? Балетка, ну-ка бесплатно сюда. Вот, возможно, нас будет что-то классное. Так, давай. Кстати, там через один день нас будет новый персонаж. Медаль Майк. Офигенно, медаль Майк. Так, билеты 5x, билеты 5x. А можно мне аксу? Билеты 5 штук на 10 акций, на да? 10 штук. 5 дали билетов, мне 10 раз. Дают типа того. Раз кинуть там, а? Как бы вообще шикос. Ждем акса. Кстати, говорят, если взять какие-то гайды, на какие-то там письменные гайды, тем самым дают подарки в игре. Вот так вот. Подарки в игре. Интересно. 4 что ли, да? Такие, значит, мне не дают подарка, а другим можно. Надо что сказать, только если я скажу, то бам-бан. Ну ладно, что поделать. Так вот. Наташа, не один канал, так что не так уж страшно. Так, у нас 100 тысяч 2. 102. Поход. А так вот, разведка. Стопы. Так, 22 волны. Говорят, будешь офигеть долго развиваться. Ну, боже, скажите. Халк. Не спешите сначала. Победите
Победите белых мутантов уровня 15. А, их сначала, да? Ну, это, конечно, классно, но сказал мне. Окей. Ладно, всем удачи, Мака. Короткий ролик из-за того, что по фану. Ну, чё тут ещё? Пишите своё мнение, что делать. Может быть, клон создать их. Окей, я могу клонировать приложение, всё-таки могу с другого человека, будет там весело. Если получится, я создам еще один ролик по этим, будем заново начинать, будем смотреть заново, читать все заново, новую историю, если там можно перевести там всякие переводы. Так, всем удачи, всем пока.